Привет! Это про новости с тобой я, Кристи Крайм. Сегодня в выпуске. Канье Уэст все-таки выпустил альбом «Донда». Но, как оказалось, он этого не планировал. Егор Крид спел со своим папой, и Марина Федункив с размахом отметила юбилей и свою свадьбу. Об этом и не только прямо сейчас. Свадьба плюс юбилей. Он очень терпеливый. И очень надежный, вот что. Марина Федункив и ее итальянский муж устроили фееричное торжество. Как отжигали, скоро покажем. «Донда» уже в сети. Канье Уэст дропнул таки распиаренный альбом, но, кажется, он об этом не знал. Егор Крид зарелизил сингл «Скоро весна», записанный в дуэте со своим папой. Моя нежная, моя милая, я всегда с тобой. Ты мой источник силы, не напьюсь этой водой. Эльдар Джарахов запремьерил клип с Ивлеевой и Милохиным. Путь к успеху. Я верю в то, что мы поднимемся с тобой, как бы низко мы не падали. Я верю в чудо, но порой ради чуда нужно просто потерпеть. Фогель и Артур Бабич на съемках видео к треку «Богатыми». А также в рубрике «Плейлист» узнаем, что слушает рэпер и блогер Ершов. Иван Гризандер. Марина Федункив и ее молодой итальянский муж устроили громкую вечеринку. Поводов несколько. Во-первых, свадьба, а во-вторых, юбилей актрисы и певицы. Федункив с роскошным декольте и в фате отжигал в компании Николая Баскова и Александры Ревы. Марина Федункив больше не на выданье.